Russian Minister Sergei Lavrov dismissed fake news of his hospitalization in Bali yesterday. There were rumors and speculation of that. So there was a video in which he actually dismissed this. This was shared by the Russian embassy in India. Ну и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Вот что бы вы хотели передать тем западным журналистам, а это в основном, я читаю, именно западные журналисты, которые пишут, что все, Лавров госпитализирован, получаем огромное, кстати говоря, количество сообщений от российских граждан, что случилось, что бы вы западным журналистам пожелали? Ну, западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях. Но завтра-то у нас двадцатка. Двадцатка. К ней готовите, я так понимаю, да? Ну, естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, который является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, вот наши эксперты там находятся, но министры по телефону контролируют эту ситуацию.